Мишель. Испанская и итальянская керамическая плитка. Направление. Салон на улице Ковальчук. Двигаемся от центра, проезжаем драмтеатр, далее по проспекту Мира, мимо Центрального парка. Стоп. Перед спутником налево. Приветствуем вас в салоне на улице Ковальчук, 3-9. Семнадцатого февраля в Берлине переменная облачность, временами дождь, 4 градуса выше ноля. В Варшаве плюс 2, пасмурно и дождливо. В Вильнюсе 3 градуса со знаком плюс, облачно с прояснениями. В Минске плюс 1, также облачно, но без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 2, пасмурно, утром и вечером снегопад, днем кратковременный дождь. В Москве также пасмурно, на протяжении дня небольшой снег, минус 3. В Калининграде 17 февраля облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 5 градусов со знаком плюс, ночью до 1 тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление медленно понижается. Хороших вам выходных!